Всем привет, ребят. Ночной кит у нас. Честно говоря, охреневаю от акции на китайке. Просто, блин, кайфово здесь играть, даже для без доната. Вот, как видите, за один самик дали нам 50 орденов. Там карточку не топовую, но все равно. Дальше три карты забыты за 600. Это тоже офигенно. Донатные пачки за 6000. Ну, в принципе, оно мне особо не нужно. Но опять же, смотрите, что дальше. Ну, тут в этот раз не очень. Раньше бывало и получше. Талантики давали. Смотрите дальше. За трату можно тратить карты, собирать. Можете собрать 3 коробки. Это на рольных талантов. 3 коробочки и забрать прочный пакт. Тоже офигенно получается, еще там 36 тысяч самов, и у вас есть топовый талантик. Вот так вот, в принципе, накопить, да без доната, думаю, это не проблема. Вот самая имбовая акция на трату, именно на трату. Почему многие пишут, это не на трату, на покупку, нифига. Смотрите, 20 тысяч самоцветов, получаете коробку, там 3К кулаков, третье сеты. Ну, смотрите дальше. 50 кристаллов. Первый сундук. Вот самое интересное. Начиная с 60к, вы можете 100%, ребят, это не там не сундуки, как у нас открой сундук, что надо 300к слить. Это 100% шанс собрать огнекрыл. Не огнекрыла, а некроса осколками. Плюс третья карта, ребят. Третья топовая карта. Сундук второй. 3 коробочки сразу же. 88к, смотрите, какой талант дают, офигенный. Коробки, плюшки, ну и 160к вы получаете шестую эмблему рвения, сразу же шестую. Еще сумочки на огнекрыла, 3 сумки топовых, 3 таких сумки топовых, 2 сетика пятых, Prime Rune, 120 осколков, ну, не знаю, русскому серверу и остальным до этого далеко. Такая акция здесь проходит раз в 2 недели, я уже третий раз ее вижу. Ну, что могу вам сказать, вот это топчик, вот это самый кайф. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Знаю, многих будет бомбить, но это реально самый кайфовый сервак для без доната. Дальше. Немножко доната, и вы получаете 10к кулаков, топовые плюшки. За 1400 самоцветов эта акция идет 2 дня. Опять же, здесь тоже есть сумки. Круто. Ну и большой пак для доната. Сразу же получаете махатму. Не за какие там... Махатма сразу 4 топовых. Према... Сет, ну, прем сеты рун 5. Опять же, рвение 6. Ну, что еще надо? Вот так вот, ребят. Это китайка, и тут реально очень круто играть. Для доната, для без доната. Все умеренно. Не знаю, мне нравится. Если вам нравится, обязательно лепите лайк. Будем дальше прокачивать наш аккаунт. Так, окей. У нас сегодня архидемон уже наконец-то. Вот он открылся. Не знаю, честно говоря, какой он. Давайте сейчас соберем героев, то, что у нас есть. У меня питомцы, к сожалению, здесь еще не докачаны. Героев я уже более-менее докачал. Так, ну, как обычно, у меня проблемы. У меня нету много разброса на героях. Вот это самое, скажем так, печальное. Рунами пока что мы здесь не особо богаты, поэтому сейчас я посмотрю. Не, нету у меня. Давайте сейчас посмотрим, что у меня тут вообще есть, потому что надо немножко разбросика сюда. Так, сеты, смотрим. Троечки есть. Пятерки, по-моему, у меня тут таки нету. Вот, смотрите, сколько уже накопил, еще будет. Так. Давайте ковку сделаем. Четверок нету, тройки. К
даже единички. Видите, все печально здесь разбросиком. Надо опять же будет разброс. Так, окей. Давайте так, Огникрыл. Пятый разброс ему ставим. Все, Огникрыл готов. А дальше такая вот ведьма. Замедление у меня тоже печально все тут с замедлением, поэтому поставим ей какой-то атакующий талантик. Либо ТУшку. Так, ТУ у нас тоже не особо есть. Поэтому поставим атакующий. Вот так вот. Так, два героя у нас есть. Собраны. Дальше. Имка. Тяжелый удар. Поставим тут третий разбросик. Томцам поставим. Ну, давайте его поставим для отхила. Три героя есть. Дальше укротитель. ТВ-шка. Возможно убрать ТВ-шку. Ну ладно, попробуем так. Так, есть. Тыковка. Тыковка. Тыковка, тыковка, тыковка. Так, у меня тут есть пока только шестое, к сожалению. Воодушевление. Так, и стрелок. Щекобумом. А на тыковку чем мы поставим? Так, тыковка заменить. Дракон. Ну, попробуем так. В принципе, вроде как бы все. Героев собрали, все, что можно. Сейчас стрелку только поставим замедление, тяжелый удар. Ну, надеюсь, этого хватит, но возможно и нет. Так, ну давайте еще, наверное, на укротителя поставим. Беру, поставлю все-таки лучше разброс. Вот так вот. Ну что, поехали. Посмотрим, что тут уже в топе. Кто не набивает, возможно, какой-то новый демон, не знаю. Сейчас посмотрим. Такс. Ой, а что это у меня, блин. Эх, сейчас сольемся. Сейчас Горвул будет его заряжать офигенно. И мы, к сожалению, скорее всего, сольемся. Не скорее всего, так, наверное, и будет. Вот видите, разбросик действует, но, к сожалению, хотя ведьма есть, в принципе, возможно, и хватит. Но что-то по разгону, конечно, все печально, как видите. Надо семерку делать. А, это у этого урон по зоне, походу, еще. Да, похоже. Ну, хотя он не успевает включаться, но вижу, что да. Какой-то непонятный разгон особо у нас нету, странно. А, это с топором. Все. Я понял. Ну, как видите, здесь сейчас можно попробовать, если он с топором, в принципе, да, урон по зоне с топором, убрать Рагула, попробовать кого поставить, попробовать поставить Раю ту же самую. На нее агрить. Хотя и Купидон, в принципе, тут нормально зайдет, потому что у нас... Хотя у нас разгон есть, но что-то смотрю. Не ахти. Только одного добьем. Не более.
Да, в принципе, тут можно даже убрать разбросик. Он нас не особо спасает. Поставить лучше что-то на атаку. Такс. Может кубчика поставить. Варгул тут вообще нам не нужен был. Так, 1.6. Ну давайте поставим сюда, наверное, все-таки вместо Варгула. Рэю. Хотя и химка нормально заходит, но с Фрейем у нас будет все-таки побольше урона. Так, с химки снимем карася. Карася мы поставим на нашу Фрейю. Тут у нас ангел. В принципе, ангела хватит. Для отхила лучше, конечно, давайте карася поставим. Так, карасик есть. Так, рунами. Так, ставим, ищем. Делаем все на атаку. Так, руны веса убираем, ставим сюда. Так, шестерка. Дальше. Так, не крыл. Попробуем чисто атакующий вариант. Так, есть ведьма. Замедление. Порочный пакт. Стрелок. Тяжелый удар, в принципе, доп-удар дает. Тут нам урона будет больше. Давайте попробуем пакты поставим. 70% урона, в принципе, тоже немало. Так, есть тыковка. Что у меня по пятым сетам? Ну, не хватает, видите, не хватает. Тыковка есть. Дальше. Ведьма есть. Огнекрыло собрали. Укротитель. Тоже ставим пакт. Ну, вроде все. Поехали. Будем агрить на Фрейю. Так, архидемон. Ну, что-то тут они меняются. Так, хотя мы набили уже 1-1. Пока нас еще не видно. Так, ну такой вот состав. Поехали тестим. Сейчас пусть выпустит. Все отличненько. Да, видите, вот стан. Сейчас получим разгончик. К сожалению, у меня нету никакого бонуса. Надо минимум 3 героя собрать для этого всего дела. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас пусть тыковка разгонится и будет повеселее дело. Такс. Ну, ждем. Пишите в комментах, какие вам еще составы потестить. Будем тестировать без огнекрыла. Мне, в принципе, особо кулаки не нужны, поэтому мне без разницы, там, какой я буду в топе. Ну, вроде сейчас идет получше уже. Ну, урона, как видите, у нас поболее будет. Ну, и он так и так не заряжается. Но думаю, где-то на 2 должны выйти.
даже не выйдем. Я будет один с чем-то. Надо все-таки воодушевление седьмое для тыковки. Ну, в любом случае, побольше наберем, чем в прошлый раз. Так. Так. Да, давай мы не затащим. Тыква, конечно, станется, и все туда. Все с нового начинается. Хотя, в принципе, там стана не особо много. Если его не давать ему заряжаться, то и стана не будет. Ну, для этого надо разбросы. Там у нас было 1.6, но сейчас по-любому получше. Надо будет еще потестировать завтра уже. Гимку сюда поставить вместо стрелка, например. Ну а пока так, 1.24, вот так вот. Вот, ребята, мы наконец-то первые. Пока временно, хотя бы на Китае. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Ссылочка на Огнекрыло в описании. До вечера у вас еще есть время. Все, всем пока. Сейчас даже посмотрим. Что-то еще никто так и не набил. Ну, тут еще топы не били. Покорили, в общем, Китай временно. Все, всем удачи, всем пока.